Борис Леонидович Пастернак. Книга «Сестра. Моя жизнь». Лето 1917 года. Цикл «Не время ль птицам петь». Стихотворение «Тоска». 1917 год. Читает Лев Литвинов. Для этой книги на эпиграф пустыни сипли, ревели львы и к зорям тигров тянулся Киплинг. Зиял, иссякнув страшный кладезь тоски отверстой, качались, лаская и гладясь иззябшей шерстью. Теперь качаться, продолжая, в стихах вне ранга, бредут в туман росой лужаек и снятся Гангу. Рассвет холодной и ехидной вползает в ямы, и в джунглях сырость панихиды и фимиама.